подошел к тропинке и в спинку вцепился репей. И спросил тут ослику мама своей: мама, мама, скажи, неужели мне нужно будет носить за поклажи, поклажу, и звенья бубенцами катать по пляжу тех, кто носит один лишь загар на спине? Что ты, милая, ответила мама ослица, ты сначала поедешь учиться, а потом ты отыщешь такие луга, где еще ни одна не ступала нога, и утонешь в траве от ушей до подков среди ромашек и клевера и васильков, и дозволено будешь лишь солнцу до полной луне к драгоценной твоей прикасаться спине. Все мамы похожи, все мамы похожи, даже мамы васильной, у которых